В императорском зале Казанского университета прошла встреча с директором Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Андреем Головнёвым. Он выступил с речью на тему народоведения в России, активизация культурного потенциала многонациональности. Смотрим. Андрей Головнёв – широко известный специалист в области этнологии и истории Северной Евразии, методологии, истории и антропологии, автор более 270 научных публикаций, в том числе 6 авторских монографий, а также автор 10 антропологических фильмов, отмеченных призами отечественных и международных кинофестивалей. В России невозможно не быть стихийным этнографом. Если вы проехали по России, вы вернетесь этнографом, потому что страна состоит из народов. И это стало национальной идеей, это стало фундаментальным знанием. Всю свою жизнь Андрей Головнёв занимается исследованием народов и культур. Он рассказал о современной этнографии с акцентом на ее происхождение. Это знание происходит из практик самопознания России и Российской империи с 18 века и возобновляется, возрождается всякий раз, когда что-то у нас меняется. Главная мысль доклада состояла в том, что наука народоведения почвенна для России. Поэтому для того, чтобы правильно оценить значимость и этих знаний о народах и значимость самих народов, значимость этничности как одной из основных форм идентичности и коллективной, и индивидуальной, нужно понимать, что наука этнографии – это фундаментальное знание о самих себе для жителей России. Начало сотрудничества Казанского университета с Кунсткамерой продолжает тенденцию на активизацию взаимодействия с ведущими академическими учреждениями России, начало которой было положено несколько лет назад. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.